Привет! Сейчас я переведу и озвучу все фразы База из Brawl Stars. Как всегда, мой перевод точнее, чем другие. А еще я исправлю ошибку, которую допустил один блогер-миллионник. Поехали! Все фразы я поделил на условия, при которых Баз начинает говорить. Первое условие, при котором Баз говорит, это когда он появляется в игре. Он говорит одну из этих фраз. No one drowns when I'm around. Никто не утонет, пока я рядом. Only a fool messes with my pool. Только дурак хулиганит в моем бассейне. Time to make a splash. Время произвести фурор. I dive, people stay alive. Я ныряю, люди остаются в живых. Another day, another life saved. Еще один день, еще одна спасенная жизнь. Certified lifesaver. Сертифицированный спасатель. Ready for duty. Готов заступить на дежурство. Let the saving begin. Да начнется спасение. Stand back. Trained professional here. А отойдите, обученный профессионал здесь. Resuscitation is my vocation. Реанимация – мое призвание. I thirst for aid. Я жажду помогать. Следующее условие, когда Баз говорит, это когда он побеждает. Он говорит что-то из этого. I rule this pool. Я хозяин в этом бассейне. Eat my bubbles. Съешь мои пузырьки. Not to blow my own whistle, but I'm awesome. Не хочу хвастаться, но я потрясающий. Daring diving dino defeats delinquents. Смелый ныряющий динозавр побеждает нарушителей. Ахой! Кстати, ахой — это пиратское словечко. Непонятно, откуда он их понабрался. Может быть, у Пенни или ударило. Еще Баз говорит, когда получает повреждение. Звучит одна из следующих фраз. That's my whistle. Это мой свисток. That's a warning. Это предупреждение. Stupid suit. Дурацкий костюм. Если вы посмотрите на База внимательно, то обнаружите, что он в костюме. That's a felony. Это преступление. I'm gonna have to write you up. Мне придется выписать тебе штраф. Rule violation. Нарушение правил. Когда Баз уничтожает другого игрока, он говорит такие фразы. Don't mess with the whistle. Не связывайся со свистком. Don't be salty. Take a shower. Не злись, прими душ. Тут присутствует игра слов. Salty означает соленый. Люди могут быть солеными, когда купаются в океане. Salty также обозначает озлобленного человека, например, такого, который кидает дизлайки в конце раунда. Obey the rules. Соблюдай правила. You just wouldn't listen. Ты просто не слушал. Read the sign. Читай знак. Don't touch my floaty. Не трогай мою доску. You can't save everyone. Нельзя спасти всех. Если Баз умирает, он говорит одну из этих фраз. I just wanted to help. Я просто хотел помочь. Аурум, блогер по Brawl Stars, тоже переводил База и перевел эту фразу абсолютно неправильно. I just wanted to help. Это мой свисток. Это когда Баз получает урон. Как так получилось? Непонятно. Let us go and like me. Почему никто меня не любит? Лоуди! Два сачка! I was a trombone player. Я раньше играл на тромбоне. Тут имеется в виду то, что у него очень сильные тренированные легкие. Для того, чтобы играть на духовых инструментах, нужно постоянно их тренировать. I blame the suit. Виноват костюм. And remember to stay hydrated.
И не забывайте пить воду! Когда Бас активирует супер или по-другому ульту, он выкрикивает следующие фразы. To the rescue! Спешу на помощь! Certified lifesaver! Сертифицированный спасатель! Diving dynamite! Ныряющий динамит! Feel the floaty! Почувствуй досочку! Splashdown! Приводнение! First aid fury! Яростная скорая помощь! Следующую фразу говорю я, iPhone Geek. Я обожаю делать видео и супер доволен, когда кто-нибудь смотрит мои видосики. Посмотрите еще что-нибудь. До встречи в следующем видео.